Министр труда и социального развития провел прием граждан. Проблемы, с которыми граждане обращались к министру, были самыми разными. В основном это вопросы улучшения жилищных условий, трудоустройства, социальные выплаты разным категориям граждан. Одним из первых обратился бывший сотрудник ОМОН Амирхан Абаев. Мужчина ушел из правоохранительных органов после того, как получил ранение, вследствие чего был признан инвалидом второй группы. Сейчас он находится в очереди на получение жилья, однако до сих пор не получил никаких средств. Министр разъяснил, в каких случаях люди могут рассчитывать на помощь от Минтруда. Разъяснил порядок постановки на очередь на улучшение жилищных условий. Всего в рамках приема к Расулу Ибрагимову за помощью обратилось 16 человек. По всем обращениям заявители получат письменные ответы.